6 раз увеличили. 680. И когда увеличили объемы ремонта дорог. И сколько у нас? 23 улицы? Да, 23. 208 миллионов рублей. В прошлом году мы 31 миллион. Надо не в миллионах рублей мерить, а в результатах. Сколько километров? Да. Порядка сколько? 15 километров. Понятно. Значит, это у нас улица практически готовая, правильно понимаю? Да, она готова, сейчас идет приемка. Какие у нас сроки поставлены? Сентябрь. Хорошо, держите на контроле. Я еще раз, и качество всегда. Качество, я, кстати, обращаюсь к клиентам. Мы уже это взяли за хороший опыт, когда вот делали другие дороги, например, Кинешма Иванова. Сигнальте, если есть какие-то сомнения по качеству дорог, обязательно сигнальте. У нас в прошлом году хороший с вами результат получился. 368 километров, больше даже. Почти 370 километров в регионе отремонтировали. А в итоге брак оказалось менее 1%. И все исправлено, естественно, за счет подрядчика. Но почему этого получилось достичь? Потому что люди активны. Нам сигналили еще на этапе даже ремонта дорог, что их беспокоит, здесь качество, здесь беспокоит, как подрядчик работает. Мы оперативно вместе снимали эти проблемы, поэтому добились нормального качества дорог. Сейчас тоже важно, все-таки более чем 6 раз увеличивали объем ремонта дорог в городе Кинешма. Важно достойно это сделать, чтобы мы почувствовали настоящее хорошее качество дорог. Как мы знаем, на Кинешму на дороге в этом году выделили несколько больше средств. Какие это средства и какие объекты, сколько их? 208 миллионов рублей. Это порядка 7 раз увеличение у нас объема финансирования с прошлым годом. Вы знаете, что мы получили губернатора. В прошлом году мы сделали основной каркас, основной региональный дорог. В этом году мы вот работу продолжаем в региональной сети. И было, соответственно, поручение губернатора направить существенные средства в муниципалитеты. В этом году это первые 10 крупнейших городов, которые получили в 5 до 9 раз объем финансирования всего с помощью Кинешма, один из этих городов. Соответственно, 208 миллионов рублей мы предусмотрели на ремонтные работы на дороге. Какие это объекты, крупнейшие, может быть, надо назовете? Это в первую очередь транспортные дороги, обеспечивающие транзитный проезд со стороны Пичуги в Иваново и на улице в направлении Юрица. Это самые крупные дороги, Вичуская улица, как пример. Угу. А здесь на данном участке какие работы производились? Большой ли отрезок дороги? 1-2 километра протяженность, улица маршала Василевского. Установили бортовые камни, демонтировали покрытие, нанесли разметку. Съезда примыкания к парку. Как вы оцениваете эти работы? Мы считаем, что подрядчик справился. Сейчас идет приемка работы, назначительная. Для чего будет распространяться. Служба инспекции на это все проверит. Все, что выйдет, подрядчик будет. А подрядчик? Что за организация? Дормострой.